Timmy, Timmy Turner. He been wishing for a burner. Tequila, he like walking. You know that it's on the burner. If I bet you beat you, Ali Bonji, fucking no BT, battle for Wallin. Tequila, he like walking. Здорово, пацаны! Официальный канал UFC на ютубе выложил видео, где Хабиб Нурмагомедов жестко проехался по Конору Макгрегору. Ответ Конора, естественно, не заставил долго ждать. Плюс к этому Хабиб оставил послание Тони Фергюсону. Погнали смотреть. Если ты был бы мужчиной, ты мне отправил бы смс-ку. Куда ты сказал бы, я туда приехал бы, хоть на конец света. Ты 40 человек здесь собрал, меня напугать решил, что ли? Я еще на тебя посмотрю. Мы еще посмотрим, мы еще подеремся, подожди. Now war is upon us. I'm gonna rip his head off. Ответ Конора жестко, коротко и ясно. Целую щеку, и ты уже труп. Коротко и убедительно, я бы сказал. Хабиб оставил послание Тони. Надеюсь, Тони выиграет. На мой взгляд, Пэттисон стилистически плохой соперник для Фергюсона. Плюс я не знаю о его состоянии после травмы. Ему уже 34 года, и он только восстанавливается после повреждения. Если он выиграет, у нас может получиться еще один большой бой для UFC. Давай сделаем это. Понимаете, да, пацаны, мысли Хабиба? Он еще не выиграл Конора, уже говорит о следующем бой. Он даже мысли не допускает о том, что он может проиграть. Самоуверенность это многого стоит.